для конкурса «Хорошо» канала «Голос Силиконовой долины». Меня зовут Владимир, мне 29 лет, я из Минска, из Беларуси. Я бы хотел в первую очередь поздравить Михаила со 100-тысячным подписчиком и рассказать, как «Хорошо» канал повлиял на нашу жизнь. 4 года назад почти мы с женой решили поучаствовать первый раз в лотерее Green Card. Мы заполнили и отправили заявку и начали думать, что мы будем делать, когда мы выиграем. В том, что мы выиграем в лотерее, мы не сомневались, как практически каждый, кто участвовал в лотерее первый раз. Мы искали информацию в интернете, мы смотрели много видео, мы читали форумы, и там же мы наткнулись на канал «Голос Силиконовой долины» и на Михаила Портнова. В тот раз мы, конечно же, не выиграли в лотерею, но мы тогда твердо для себя решили, что будем жить в США. На протяжении этого времени мы постоянно подпитывались энергией, которую дает Михаил в своих видео. Постоянно интересные собеседники, интересные темы, постоянный оптимизм, вера в человека. Вот что мы для себя брали из видео, которое снимает Михаил. За это время изменился состав нашей семьи, у нас появилось 2 детей. Менялись работы, места жительства, но только преданность вам, вашему каналу оставалась неизменной. После 3-го раза участия в лотерее мы поняли, что нет смысла надеяться только на одну лотерею, и нужно действовать. В это время как раз у вас на канале было видео с Светланой Каф. Мы связались с этим замечательным, позитивным человеком и очень сильным специалистом. Не скажу, что все давалось нам легко. Были моменты, когда мы колебались, сомневались в правильности решения. Но эти моменты, напомню, приходили вы и ваши видео, откуда мы черпали силы и источник вдохновения. Сейчас мы 3 месяца живем в Нью-Йорке. Не все получается сразу, не все легко, но я уверен, что все, что мы делаем правильно. И я не жалею о том выборе, который мы сделали. Я бы хотел бы сказать, Михаил, вам спасибо за то, что вы сделали для нас, за то, что вы продолжаете делать для нас и для таких же людей, как и мы, которые хотят что-то поменять в своей жизни. Я уверен, что мы еще с вами сможем лично увидеться и познакомиться в вашей замечательной школе. Я бы хотел вам пожелать скорейшего 1-миллионного подписчика. А всем, кто вас смотрит, я хочу пожелать не бояться изменить свою жизнь. И всего хорошего.